Уголовное дело возбуждено по факту незаконного лишения человека свободы. Свердловские полицейские совместно с бойцами СОБРа в центре фонда «Город без наркотиков» провели спецоперацию, итогом которой стало освобождение рэп-исполнителя Романа Баскина. О том, что музыкант находится в реабилитационном центре на Изоплите, в полицию сообщили его друзья. Те, в свою очередь, и не подозревали, куда пропал солист группы «Белый рэп», пока молодой человек не передал им записку. В ней он подробно описал, что его силы удерживают в центре, издеваются, избивают и не кормят. Вместе с Романом освободили еще 22 человека, среди которых были несовершеннолетние. Следователи разбираются в этом деле. По версии следствия, указанный молодой человек незаконно удерживался в реабилитационном центре в период с 23 апреля по 10 мая 2014 года. По предварительным данным, неустановленные лица с целью удержания гражданина в реабилитационном центре оказывали на него психологическое воздействие.